Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers. Меня зовут Марк, и мы сегодня продолжаем проходить Heyday. Сегодня у нас переход в следующий уровень города, и мы будем расширять наши здания. Я уже накопил достаточное количество стройматериалов для расширения. Ну что ж, давайте начнем. Я думаю, мы сейчас соберем гостиницу, и у нас сразу уровень перейдет. Нет, ни хрена не перешел, ладно. У нас идет событие, то есть два раза больше репутации и сердечек нам дают в городе. Это круто, то есть именно в этот момент, ребята, максимально нужно стараться работать в городе. Вот. Мы идем дальше. И где мое? Где мой переход уровня? Надеюсь, все, наконец-то, отлично. И давай. Показывай мне, где. Вот оно. Так. Теперь ты можешь улучшить обслуживающее здание до 33 уровня. Отлично. И дали мне один алмазик. Для начала давайте всех соберем. Всех соберем, и потом уже будем все улучшать. И наконец-то мой амбар вздохнет. Потому что он просто переполнен, просто трещит по швам. Так, ну, давайте в первую очередь. Ну, без разницы, у нас все на монету улучшения. Поэтому разницы нету. Давайте начнем с кинотеатра. Идем дальше. Так, вот у нас уже молоточков не хватает. Молотков никогда не хватает. Вот это как доски, наверное. Так, улучшили спа-салон. Теперь, ну все, вот. Закончились все стройматериалы уже почти. О, отлично. Теперь улучшаем бакалею. А, хотя нет, бакалея пускай подождет. Улучшаем мы с вами для начала закусочную. Вот сейчас уже бакалею посмотрим, можно или нет. Да, тоже можно, отлично. Так, а теперь смотрим, что у нас осталось. А, нам нужны молотки и смолы. Так, может быть, у кого-нибудь есть? Так, всем привет. А, молотки и смолы. Это у нас... Пляжное кафе получается, да? Пляжное кафе, потом в спа тоже вроде бы, там мы не смогли, они смогли. В спа 35, получается, наверное, уже в следующем уровне мы полностью максимально расширим, я так понимаю. Может быть и нет, кто знает. Может быть и 60% можно улучшить монеты. Так, нам нужно, так, брусчатка. Смола и молотки. Окей. Ладно, не будем на них зацикливаться. Давайте сейчас всех загрузим обратно, накормим. Магазин подарков полностью свободен, можно сказать. Отлично. Так, это гостиница, да? Гостиница переполнена, как всегда. Кинотеатр. Бакалея. И пляжное кафе, да? Все, всех загрузили. Теперь мы смотрим, сколько у нас места. Есть 10 мест, и можно забрать у соседей кого-нибудь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, да, у нас? Так, 9. Идем дальше, смотрим, у кого есть 10. У кого есть 10. И чтобы в гостиницу никого не было, потому что гостиница всегда переполнена. Вот здесь вроде бы есть. Сейчас посмотрим. Ну, тут магазин подарков, конечно, переполнен, но это не страшно. Мы сейчас уберем один магазин подарков и вот так вот сделаем, и 10. Отлично. Так, привет, Аня. Привет, Аня. Кстати, ребята, приходите в соседство, будем скакать вместе. Ограничение 25+. Вот, будем всех рады видеть. Будем рады всех видеть. Вот, приходите. И мы продолжаем загружать спа-салон. И спа-салон переполнен, все переполнен, все, окей. Так, куплю. Смола, брус и молоток. Молоток. Все. Так,
Теперь будем кормить всех. Кормить будем всех. Главное, чтобы хватило еды на всех. Бакали всегда много просят. Гостиницу сейчас мы поищем, яйца. Там подушки нету. Шляпа есть, отлично. Шарфа вот тоже нету, к сожалению. Сейчас будем попрошайничать. Клёцки. Клёцки. Смузи нужно приготовить. Сосисочку. Блин, так, продаваться немножко. Идем. Так, окей. Окей. Так, привет. Влад. Идем к Ане. Все, у меня вон целых 500 мест, круто. Из 2600. Отлично, спасибо. Спасибо, и мы идем обратно. Сейчас нужно вспомнить, кстати, сколько нам нужно молоточков. А тут не только молотки, тут до хрена чего нужно. Вот, поэтому можно пока что расслабиться. Теперь будем искать мы с вами недостающие продукты. Яйца мы, если мы даже достанем у нас... Ну, давайте раков соберем, я так думаю. Раков мы соберем. Давай, отлично. Сразу накормим. Накормим, говорю, соберем. И заполним. Все, отлично. Давайте возвращаемся обратно. Сейчас будем попрошайничать опять по полной программе, чтобы мне кто-нибудь да помог. Так, у нас смузи и рогриль. Смузи есть, оказывается. Смузи есть. И теперь будем просить три подушки, одно одеяло. Так, окей. Сейчас Влад нам поможет. Смотрим, что у него тут есть. Поле для заданий стоит. Так, ждем. Так, жду. Так, стою. Пока что нет. Нужно вот в последнее время, кстати, ребята, какой-то косяк с сетью, то есть если даже человек выставил какие-то стройматериалы или продукты, они не сразу выходят, то есть через какое-то время или нужно перезагрузить страницу, вот, фермы. В смысле, заново зайти к соседу. Там, где у него сундук должен тут лежать где-нибудь? Где же этот сундук? Не видно сундука. Может, здесь? И здесь нет. Ну ладно. Так, о, молотки. Может быть, даже мы сейчас расширим пляжное кафе, только нам смола нужна. Вот сколько молотков. Отлично, круто, Влад. Вообще, наверное. Пока что посмотрим, что у нас есть в магазине. О, филешка, может быть, даже хрен. Хрен нам, мы не успеем. Так. Идем дальше, и ничего нету. Так, тык-ты, давайте еще. Наверное, еще есть, я так понимаю. Да, еще есть, отлично. О, вот он. Кирку мы достали, отлично. Продолжаем. Продолжаем гулять по газете. Теперь у нас есть место, деньги есть, все есть, можно не париться.
Так, где у нас? Вот здесь. И все, да? Так, спасибо. Так, большое. Так, спасибо большое. И давайте, надо к себе вернуться. И посмотрим, хватит ли нам или нет. Блин, вот еще не хватило чуть-чуть смолы, и было бы вообще круто, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Влад нам очень и так очень помог. Может быть еще. Нет, все, больше нету. А, теперь, я думаю, нужно нам покормить. Купить нужно 3 подушки. Так, куплю 3 подушки. И одно одеяло. Так, одеяло. Все. Одеяло. Так, шарф. Рак-гриль. Так, шарф и рак-гриль. Гриль. Да. Все, отлично. Потом. Так, мед мы не будем просить. Мед сами делаем. И, ну, потом. Давайте соберем тикет. У нас тут есть ништячки. Можно заказать даже. Давайте за 20 закажем. Нам потом колесо фортуны у нас еще есть. И давайте мани. Черт убери. Постоянно это украшение, кстати, выпадает. Так, окей. Кроме подушек. Пока что соберем мы сами наши грядочки. И посадим пока что пшеничку. И надо к Владу сходить срочно. Наверное, уже там все стоит. Нет, одеяло только стоит. Одеяло только стоит. Пока что соберем наши продукты. Очень-очень много продуктов. Хрен знает, может быть, даже мы переполним наш амбар уже обратно этими продуктами, потому что действительно очень много. Так, к Владу сходим. Рак-гриль. Окей. Продолжаем собирать. Отлично. Раки и смузи. Смузи. А, у нас еще есть молокозавод. Молокозавод, и сразу же соберем, давайте, слитки соберем. Вроде бы я больше ничего не просил. А, еще шарф просил, окей. Так, можем пойти сейчас в город и накормить попрошаек. Масло. Так, подушки надо будет достать откуда-нибудь, срочно. Потом раки. Тут, наверное, рак-гриль у нас. Угу. И здесь у нас смузик. Все, отлично. Так, спасибо. Так, большое. Вроде бы больше ничего я не забыл. Да, все на месте. Вот. А что у нас еще? Соберем поле. Вот у нас переполнен амбар. Сейчас мы почистим амбар. Амбар, в принципе, не проблема. Не амбар, а силосная башня. Вот, силосная башня — это не проблема. То есть его почистить — это очень быстро. А вот уже амбар — это полная жижа. Отлично. Кроликов накормим и котят.
И я думаю, так, в принципе, думаю, все. Вот, пока что у нас идет событие. Нужно максимально стараться в городе все делать, всех кормить, быстро отправлять, у соседей забирать посетителей. Вот, поэтому проходите события. Вот, во время события играйте в городе, старайтесь. Вот, ну что ж, ребята, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк, всем пока.